сейчас на учебно-тренировочной базе «Восток» проходит чемпионат Скалинской области по кёрлингу. Проходит он с 22 по 27 августа. У нас играют сейчас взрослые команды от 14 лет и дальше до бесконечности. Крайнего порога по возрасту у нас в кёрлинге нету. Поэтому у нас сейчас на чемпионате за сезон, сколько мы развиваем здесь вид спорта, этот за один год у нас набралось 7 команд. 7 команд по 4 игрока. И вот эти 7 команд сегодня уже у нас полуфиналы и финалы. В течение 5 дней боролись за звание чемпиона. Сначала с одной стороны были одни лидеры, сейчас другие, естественно. Вот кто-то готовится. Бывают разные человеческие факторы. Плюс у нас еще такая смена погоды очень сильная. У нас стоит туман. То есть это тяжело адаптироваться командам. Они первый раз с этим столкнулись. Вот. Но при этом все равно игры идут. Очень интересные, долгие, правильные, как в кёрлинге должно быть. Выиграли сегодня серьезную игру и вышли в полуфинал. Сначала мы вели, потом счет сравнялся. В конечном итоге мы сыграли в ничью, и нам пришлось играть 9-й энд, в котором чудесный камень, замечательные наши коллеги, спас всю игру, и наша птица взлетела. Лед – очень переменчивое существо. Играть в тумане достаточно интересно, вот, но мы нашли тактику. Вот, мы выстраивали людей там по центру, чтобы их было видно, и видно капитана, как он управляет. То есть нет, проблем нет. У нас есть секундомеры, мы можем все отмерить. Я участвую не первый год. Это позитивное массовое мероприятие, которое дарит не только спортивный заряд, да, и физическую форму, но еще и море положительных эмоций. Даже дождь нам не помеха, так как
Я человек приседающий, да, в нормальной физической форме. Мне на 8 баллов удалось пройти полностью этот марафон. На протяжении всего часа было очень сложно, потому что в работу включаются мышцы ягодиц, большие мышцы, мышцы бедер и даже икроножка. Анатольевич, ухожу уже второй год. Отлично себя чувствую после его занятий. Замечательный заряд бодрости. Чувствуешь себя окрыленным после каждой тренировки. Сегодня приседал в жилете, перехватил пару блинов, приседал с двадцаткой. Ну, в принципе, тоже хорошо, отлично себя чувствую, когда достаточно долго ходишь на тренировки к Андрею. Обычные приседания становятся довольно скучноватыми. Поэтому все, кто довольно продолжительно ходит там постоянно, всегда все приседают с дополнительной нагрузкой. Для того, чтобы почувствовать, скажем так, какое-то продвижение, прогресс, двигаться вперед. Сегодня 27 августа на средней площадке горного воздуха мы провели замечательное физкультурное мероприятие – пятый ежегодный марафон приседаний. В этом году это был марафон приседаний 1200. Почему 1200? Потому что целый час мы приседали темпом. Одно повторение в 3 секунды. Мы делали это без остановки. Наиболее продвинутые приседали с отягощением. Они могли взять с собой либо дополнительное отягощение в форме утяжелительного жилета, в форме диска, в форме гантелей, в форме бутылок с водой. Естественно, не было обязательных каких-то соревновательных условий. Это мероприятие носит физкультурный, оздоровительный характер. Каждый мог по мере своих возможностей, прибегая к субъективной оценке степени своего утомления, своего самочувствия, сделать то количество повторений, то количество приседаний, которое он способен выполнить. Напоминаю порядок проведения финала. Вам дается минута на подготовку. Щелкать и работать вполостую запрещено. По истечении одной минуты дается команда на 6 пробных. Затем начинается стрельба команды. Вы делаете по выстрелу по одному. Складывается результат команды. Команда, которая победила, получает 2 очка. Команда, которая проиграет, получает 0. Сегодня проходит областные соревнования, лето спортивное. Сегодня мы стреляем в ППС.
Стреляю я с винтовки Штайер. Я сразу пошла на винтовку, но я решила попробовать с пистолета пострелять. Попробовала, но поняла, что ну это скучно. И на винтовке как бы больше разнообразия, какое там колено, лежа, стоя. Буквально месяц назад мы ездили тоже в Лисинору. Там я ну почти выполнила норматив мастера спорта. Не хватило совсем чуть-чуть, там 0,8. На Детях Азии по тем меркам, когда я выступал, для меня был достаточно высокий. Я получил медаль и грамоту. Место первое. Волнение, но с годами, с опытом проходит. Я хотел выбрать тот вид спорта, который помогает справляться с какими-то моральными чувствами. И стрельба как раз-таки очень подходит для этого. Когда ты выходишь на рубеж, встаешь, ты борешься сам с собой, то есть со своими эмоциями, своими какими-то впечатлениями, нервами и так далее. И ты остаешься наедине с самим собой, и твоя главная задача – работать.